Кремом, под этим орлом, под орлом вот там. А там гора такая ужасная. Вот, и с горы такой, все снаряды видно, как они рвались, вот, как там видеть Катюши. Так что весь фронт прошел, эта ночь всю не спали, а ну совсем. Сколько вам лет была, бабушка? С 31-го года я. С 31-го года. Ну уже помните это все. Да, помню все. Одну войну пережили, теперь вторая война. И ту хату нашу загорела от бомбежки, 3 бомбы кинули. Сестру двоюродную, 7 ран нанесло ранами. Великую Отечественную, да? Да. Вот. А эту войну я у хати была, хату разбомбила, и мне ничего. Я сейчас сказала. И хату, и кухню разбомбила. Я никому ничего, я тут заросла. Кошмар. Это мы приехали сегодня к бабушке на улице Петровская, это возле Стайера находится. Проведали ее, привезли вот здесь продуктовый набор, благодаря замечательной женщине из Москвы, Галины Ивановой. Эта женщина прошла одну войну, ее хату разбомбили. Прошла вторую, находится во второй войне, ее хату разбомбили. Ну сколько это можно, мне просто... Когда я слушаю и вижу, я не могу передать те чувства злости, и, которые присутствуют на тех, кто начал эту войну. Чтобы такие женщины пожилые страдали. В раннем детстве лишилась дома, а теперь на старость лет лишилась дома. Теперь она живет у невестки, да, получается? Сваха. У свахи живет в доме, так как ее дом полностью разбит. Огромное спасибо людям, которые помогают. Низкий вам поклон. Почему? Потому что без вашей помощи очень трудно таким пожилым людям выжить. Не могу дальше говорить, извините. Трудно это все.